Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл передач из садового центра «Красная Нива». Для начала я хочу рассказать вам о нашем садовом центре. Нам скоро 30 лет. За эти годы мы постарались и собрали большую коллекцию комнатных растений и растений открытого грунта. Вообще, структурно наш садовый центр состоит из трех частей. Первое – это растения открытого грунта. Там очень широко представлены всевозможные хвойные культуры, лиственные, деревья, кустарники, какие-то интересные формы, пестролистные, плакучие. Это плод нашей работы 30-летней, который теперь уже широко представлен и на нашей торговой площадке, и в нашем питомнике. Потому что 10 лет назад мы организовали, заложили питомник, в котором успешно выращиваем все растения, которые могут произрастать, естественно, в средней полосе России. Кроме того, в открытом грунте у нас огромный выбор плодовых растений. Это и кустарники, всевозможные ягодные, новые какие-то сорта. Мы всегда прослеживаем новинки, которые предлагает рынок. Кроме того, мы очень много прививок делаем самостоятельно. Наши специалисты, плодоводы, смотрят и достают новые какие-то сорта яблонь, груш, вишен. И вот это все мы предлагаем нашим покупателям. Второй раздел нашего садового центра – это комнатные растения. Это представители тропической и субтропической климатических зон. Коллекция нашего садового центра существенно отличается от всего того ассортимента, который продается в других цветочных магазинах. Поэтому представляет огромный интерес для любителей растений. И третий раздел – это все сопутствующие товары. В нашем садовом центре вы можете найти все, что необходимо для хорошей жизнедеятельности ваших питомцев. Это и удобрения, и всевозможные ядохимикаты для борьбы с вредителями, это земельные смеси, и красивые горшки, которые можно посадить в комнатные растения. В общем, я приглашаю вас в наш садовый центр, и начнем мы нашу экскурсию с раздела фикусов.